Ну, здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 2 октября, это воскресенье, значит, традиционный еженедельный обзор событий на фронтах украинской войны. И, конечно же, главным событием прошедшей недели было сражение за Лиман, вернее, его окончание, потому что само сражение началось уже примерно 3 недели назад. Причем первые 2 недели наши войска очень успешно отбивали все попытки противника развить свой успех после Балаклейско-Изюмского сражения, пока наши войска не пришли еще. Ибя, они попытались развить свой успех, быстро взяв Лиман, выйдя на Сватово, дальше обойдя Кременную и ударить на Северодонецк и на север Луганской Народной Республики. И этот план был сорван героическим сопротивлением гарнизона Красного Лимана, который сковал противника на целых 3 недели. Очень важных 3 недели, за которые Россия объявила мобилизацию, уже провела мобилизацию и уже усиленно готовит новые резервы, которые очень скоро появятся на фронте. Именно прекрасно это понимая, противник все силы бросил на то, чтобы одержать победу на поле боя в то время, когда Российская Федерация одерживала политическую победу на юге бывшей Украины. Это Херсонская, Запорожская области, Донецкая, Луганская Народной Республики, которые на своих референдумах, соответственно, объявили о том, что не хотят войти в состав Российской Федерации. И именно битва за Лиман должна была быть у Зеленского таким своеобразным ответом на это решение Москвы. Украинские вооруженные силы бросили здесь все свои главные резервы, которые готовились, в том числе иностранными специалистами. Была произведена перегруппировка с южного направления, южное направление, то есть Запорожское и Херсонское. Наступление здесь было временно приостановлено, и попытки подготовки наступления были приостановлены. Все силы были брошены в Харьковскую область, а также на север Донецкой Народной Республики, в район Красного Лимана. И таким образом, сосредоточив превосходящие многократно силы против наших войск, они начали третий штурм Красного Лимана, где одновременно обходя с севера и юга наши позиции, попытка была взять наши войска в клещи, окружить Красный Лиман и уничтожить. Исполняя этот план, на протяжении целой недели противник прогрызал нашу оборону севернее, потом перебросил несколько переправ через Северский Донец, переправил некоторые свои части с юга и, пользуясь, повторяя, многократным численным превосходством на этом рубеже, к исходу вчерашнего дня выдавил наши войска с Красного Лимана, которые, правда, сумели избежать окружения и в целом сумели отойти и сохранить при этом боеспособность. Причем вчера и сегодня противник, пытаясь развить свой успех, начал сразу атаки на Кременную, ну, был отброшен. Здесь создается новая линия обороны российских войск, которая должна сдержать очередной удар украинских вооруженных сил, который уже, очевидно, начинается. Тем более, что на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня замечена интенсивная перегруппировка войск в районе как Красного Лимана, так и в районе Купянска, где создаются 2 ударные группировки, и общее направление, скорее всего, будет на Сватово и на Кременную. И эти 2 города должны стать целью следующей наступательной операции украинских вооруженных сил. Времени для ее проведения осталось очень и очень мало. До осенней распутицы остались считанные недели. Плюс спадет Зеленка, которая в целом работает на украинские вооруженные силы. И дальше наступательные операции в этом направлении будут сопряжены с большими проблемами. А с учетом того, что к этому моменту уже будут готовы российские новые резервы, скорее всего, после вот этой последней наступательной операции фронт замрет и надолго. Скорее всего, ближайшие 2 недели для наших войск здесь будут очень и очень тяжелыми. Если в целом оценивать итоги Лиманского сражения, то здесь, знаете, есть двоякая ситуация. С одной стороны, мы потеряли территорию, контроль над очень важным, ну, действительно, реально стратегически очень важным населенным пунктом. Но с другой стороны, мы задержали противника на целые 3 недели. 3 недели, которые для них очень и очень важны. Именно в эти 3 недели они рассчитывали развернуть мощную, быструю, скоротечную, такую же, как Балаклейско-Изюмскую, наступательную операцию, чтобы разгромить наши силы на этом направлении. Именно героическая оборона Красного Лимана не позволила им осуществить этот замысел, который они, как я сказал чуть выше, попытаются реализовать в новой операции в районе Сватова и Кременной. Также на протяжении последних 2 дней противник начинает проявлять активность и на Херсонском направлении. Было проделано несколько попыток прорвать наши позиции, как в районе Давыдова Брода, так и северней. Вчера пришло сообщение, что противник взял Золотую Балку, я так понимаю, комбинированным ударом с фронта моторизированными подразделениями и катерами, которые перебросили группы диверсантов в тыл нашим войскам. И таким образом сегодня есть некоторые, ну, назвать это прорывом пока нельзя, тем не менее продвижение вперед очевидное есть. Под Давыдовым Бродом противник, наоборот, понес очень большие потери и был отброшен на исходные рубежи. Тем не менее, есть данные о том, что противник продолжит наступательные операции в этом направлении. Причем очень похоже, что это все-таки сковывающий удар. Как бы там ни было, все-таки основные наступательные действия я ожидаю на Харьковском направлении на следующей неделе. На остальных направлениях было относительное затишье. Ну, понятно, что у российских войск уже сейчас другие задачи в голове, не до наступления. Но нужно перебрасывать силы для того, чтобы удержать пока что оборону как на северном, так и на южном
фазе фронта. Именно здесь в ближайшие недели развернутся новые сражения. Вот это примерно то, что я могу сказать по поводу прошедшей недели, что было на фронтах украинской войны. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.